дорогие друзья, своих подписчиков, гостей моего канала, поздравить всех с наступающим новым 2019 годом, пожелать всем всего самого хорошего, всем отличного, крепкого сибирского здоровья, потому что не будет здоровья, не будет лица нашей рыбалки. Тем более здоровья тех, кто занимается ходовой рыбалкой, оно тем более нужно. Ну, естественно, всем пожелать хороших уловов, больших трофеев. И всем, ребята, ни хвоста, ни чешуи. И, как говорится, до встречи в новом году.